Всем привет, ребята, вы на канале Nix & Sleep. Сегодня хочу посмотреть на такую игру под названием Ghost Runner, которая что-то вроде киберпанка. Тут надо двигаться быстро, потому что любое одно попадание, и ты сразу труп. Это слэшер от первого лица, чем-то напоминающий вроде как Doom. Может и не Doom. Ну, тем не менее, звучит интересно. Я давно приглядывал за этой игрой. И давайте посмотрим, что, как оно там. Нажимаем играть. Новая игра, выбор уровня. Новая игра, конечно, я еще не играл, не смотрел, не тестил, как оно вообще все это работает. Сейчас мы это посмотрим прям. О, сразу. У меня протезы какие-то. Ты жив? Шепот. Ты меня слышишь? Они уже ищут тебя. Кто они? Это я их найду. О, сразу убиваем челика. Так. И... Расслабься. Твои планы все еще настраиваются на софт. Я в тюрьме. Отсюда я могу откалибровать только твои базовые протоколы. Пока что этого должно хватить. Так, ну... Сразу шепот головы. Освободить шепота из камеры. Прыжок. Ебать, как быстро. Сука, я видел трейлер, конечно, но прям... Быстренько так, быстренько все четенько. Ну, просада есть, конечно, на 50 FPS это все держится. Пока что так. Прыгните направление по видению, чтобы бежать. Вау. Так, на станции метро замечен нарушитель. И чё? Это плохо. Тебе придется прорываться. Так, а без шифта. Шифт тут вообще, я так понимаю, не нужен. Мы просто так и бежим. Так, оп. Хорошо, так, и чё, сразу бежим? Так, ой, ты чё? Воздуховоды ведут другое, что-то там, да. Надо сюда, видимо, бежать. Оп. Красиво так. Ну и бардак у тебя в софте. Я погрузился в твой модуль ускорения. Попробуй залезть через эту турбину, так. Ну, играю я на максималках, кстати. Ну, может быть, что-то стоит убавить, потому что как-то оно вот... все-таки просада есть. Я не люблю, когда такое есть. И что бы убрать? Качество материалов? Ну, размытость. Размытости я не особо люблю. Ее можно и насреть. Отображение крови, конечно, вкл. Вертикалка, ну, вкл. Поле зрения. Я чуть-чуть, наверное, перестарался. Можно сделать на соточку. Вот так вот. Это, наверное, из-за поля зрения. Так, примените настройки. Так, ну, может быть, будет меньше просадов. Так, и... так. R с контрольной точки. Так, нажмите Shift движение, чтобы выполнить рывок. А, подожди, не понял. Пошли первая проблема. Смит во время движения, чтобы выполнить рывок. А, все, окей. А, нет, прыжок, а во время прыжка он не может. Понял, так. Ты можешь использовать ускорение в воздухе. О, окей. Так, ну, вроде как жить можно. Можно, но осторожно, так. Вот, так, вроде как запрыгнул. Мне кажется, я немножко неправильно запрыгнул. Нарушайте его заховодя. Вот теперь поосторожнее. Они будут ждать тебя. Хорошо, бро. Инициализирую сверх... Так, используй софт. Удерживайте Shift воздуха, чтобы активировать сверхрефлекс. При активном сверхрефлексе используйте AD, чтобы двигаться боком. Ёпта. И убей. Прицельтесь и отпустите Shift, чтобы выполнить рывок к врагу. Ну, прицелился. Отлично, но в таком состоянии ты долго не протянешь. Нужно вытащить меня из тюрьмы, чтобы я привел тебе твой софт в порядке. Меня держат за пределами этой... да. Ой, быстро, ой, как быстро, сука. Особенно, когда ты это комментируешь. Звучит... Ой, блядь, там же рывок ебучий. Сейчас, давай, оп. Оп. Ой, о-о-о-о-о. Ту-т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 у
Оп. Так, а тут, это не разбивается, да? Блин, все равно просада есть, надо все-таки, значит, графон убавлять, ну ладно. Как-нибудь поживу пока что.
Жить можно. Так, о, первая смерть от руки какого-то Дауна. Вторая смерть. Подвай! О, а он самонаводится, лол. Да ладно. Он, блять, какого хера ты меня так быстро убил? Ну-ка, здесь. Первое есть. Так, второе есть. А какого хрена третий убил? Я же, блять, они как-то самонаводятся. Сука. А это проблематично. Они просто берут и самонаводятся на тебя, хотя ты не двигаешься в их направлении. И это жестко. Так, ну, давай вот так вот. Ничего себе. Ёпта. Так это много что усложняет. Они просто берут, блять, и убивают тебя. И это печально. Без рывков ты не выживешь вообще никак. Ой, сука. Ух, хорошо. Следом по трубам, чтобы выбраться. Так, а каким трубам? Это надо туда, да? Или вот здесь это надо? Нет, это надо здесь. Ой, блядь. Что это такое? Ну, благо тут чекпоинты слишком близко. Так, тут. Используйте поверхности с выгодой для себя. О, я понял. Так, и чтобы... А, понял. Понял, надо было мне контр нажать. Эта канализация должна... что она должна? Она меня должна вывести. Так, так, меня уже ждут, я понял. Блин, все-таки просады, это печально. Может, из-за записи такие, конечно, просады. Это плохо, игровой процесс нет. Значение резкости. Резкость тоже, ну, давай, ну, 85. Яха, за качество сглаживания. Сглаживание может ебланить к 100. Может, еще такое. Ну, вроде FPS прибавилось. Пока что. Ага. Пока что, но это, думаю, ненадолго. Так, отлично. Да, сука. Как, а, на одного... Вот самое сложное это последнее, потом тебе дизморалят. Так, оп. Пью. Пью. Сука. Ты заебешь. Так. Воу, воу, бля, я немножко это... Немножко... Перестарался чуть-чуть. Ну, чуть-чуть совсем. Да, блядь. Сука, да чё так быстро? Окей, а если не буду комментировать такой? Оп. Комментируем, стараемся не комментировать, стараемся сконцентрироваться. Сука! Все равно убивает. Блять, get away! Блять, да что такое? Вы прям рвете мою жопу на части. Сука. Да, блять, боковой там передний. Короче, надо как-то стараться убивать того. Потом. А потом, я не понимаю, там. Я не понял, как мне дальше идти. Сложно, блядь. Ты чё? Так, еще раз. Нет, не сложно. Блять, так, а вот в этот момент надо было просто зажать shift. Я долго думал. Блять. Это прям. Ну это прям. Прям что-то меня ебут. Один удар. Один, сука, удар. Да. Так. Понял. Да, сука. Вот третий, это бред. Вот третий, он просто...
творит какую-то дичь со мной. Да, и вот, вот это... Перестараешься над вторым, либо падаешь, либо убивает третий. Да, и прямо не надо было атаковать. Боже, почему? Да ё-моё, ну все, все. Все пошло немножко через жопу. Так. Ой. Фух. Так, нормально, нормально, нормально. Держусь, держусь, все, все. Мы справились. Они глушат мой сигнал. Я знаю, что они разговаривают с тобой. Рано или поздно они разнесут двери моей камеры. Найди меня до того, как они найдут тебя. Да. Так. Оп, 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 оп. Отлично. Так, а тут вот так. Вот. Так, так. Вообще, часть пол разблокирован. У каждого охранника есть встроенный чип блокировки. И отключение позволяет открыть двери. Вообще, эта часть, она уже была доступна на бете. Но в бету я не играл. Если поиграл, конечно, я бы... Так часто бы здесь, думаю, не умирал. Так, так, все, пошла жаришка, жаришка пошла. От. От, от, от. Ага, нет, 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 неправильно зажал. Неправильно зажал. Сейчас. Оу, что, блин, я промазал, сука. Ну, я так понимаю, больше трех тут убивать нету, типа, пока что не было. Пока что, да, замечены за пределами. А домов считается там, ой, нет, не больше, там уже четвертый. Ёпта, а вот это плохо. Сука, я так и знал, что я промахнусь. Меня еще эти сабы сбили. Значит, все-таки они увеличиваются. Это печально. Когда-нибудь будет такой уровень, который тебя возьмет и просто даст тебе врагов так по 30, и тебе надо будет их убить без остановки. Это только какое-то жалкое обучение, которое просто берет и долбит. Если бы два бы, о, я думаю, надо было удара по мне сделать, было бы куда гармоничнее, на мой взгляд. А тут прям, ну, ты чувствуешь себя ниндзей хоть? Ну ебут. Шо пиздец. Да блять. Что такое, а? Угу, да, но я понял, что вот этом направлении уже. Хероус, как ты. О, блядь. Ага, и он меня не видел. Ага. Ага, ну да, конечно. Конечно, конечно. Давай попробуем чекнуть этот путь. Да, конечно, прикольно, что есть несколько путей прохождения. Но меняло бы это хоть что-нибудь. Блять, да как так? Блять. Я видел последнего, это вот этот, по-моему, был. Так, оп. 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 За пределами там чего-то, да, я уже... У штаба я уже не читаю, потому что это что-то с невозможным. Освободить шепота из камеры, да, не, у нас это не поменялось. О, хорош! Блокировка снята. Go. Вперед. Go. Я понял. Сделали все по красоте. Убили сколько я? Четверых или пятерых убил? Ну какой-то АФКшил. Тут какие-то АФКши до определенного времени. И это радует. Так, бежим, 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 бежим. Че, кого тут? Это... Да, окей.
пробуждение выполнили за 14 минут, но 60 смертей, печалька. На самом деле, печалька. Я думаю, можно было бы и в 30 уложиться спокойно. Так. Тюремная башня впереди. Надеюсь, ты не боишься высоты. Новый скилл. Я понял. Они вламываются. Вот. Оп. О-о-о-о. А то херня, я могу распушить. Я больше не могу удерживать защиту. Окей. Ну, теперь появились некоторые сложности у нас. Надевай свою камеру, времени мало. Блять, все равно какие-то вот... Значит, все-таки дело, может, не в этом было... А, масштаб разрешения, ну какой, блядь, вы чё, 2560 у меня, а 1440, ну, так вот, плюс-минус применить настройки, может из-за этого, конечно, да, скорее всего, даже из-за масштаба, 4К эту игру, ну, было бы слишком жестко играть, вот, все нормализовалось, так, бля, ой, о, бля, а откуда? Сзади, что ли? Так, ну вот смотри. Нет, на это ты не смотри. Это херово. Первый. Допустим, первый. Допустим, второй. Ой, допустим, третий, четвертый, четыре. Все, я запомнил. Давай, оп. Хорош. Нет. Нет, давай лучше справа. Ай, блядь. Ну, не, ну так. Так. Ага. Ага, отлично. Все. Да главное, концентрация и спокойствие. Я вас понял. Так, а этот. А, тут вопросик, секрет. Да, все как в Думе. Получен новый предмет. Один, А что это такое-то? Листовка с пропагандой, смотреть. 1000 этих листок по-прежнему распространяется в Нижнем районе. Однако, спустя 20 лет проявления хозяйки ключей, никто уже не верит в ее обещание лучшей жизни и светлого будущего. Mm-hmm. Так, а в арсенале что у нас, раз такое дело пошло? А, мы можем цвет клинка менять, типа? Йоу. У меня сейчас такой. А я хочу вот такой. Можно, да? Я выбрал? Да. О, белый будет, мне кажется, лучше. Он более ярко выраженный такой. Сначала разберись с охранниками. Так. Ой, нет. Тут, давай, еще раз. Нет. Сейчас еще раз, вот так вот. Оп. Один есть. О, он мечом жонглировал. Он с тем так мечом не делал. Сука, нихера себе. Давай слева, ладно, попробую. Так. Нет, ну слишком долго. Они вот. Чё они? Они тебя убьют, да? Так понимаю, наверное, они тебя... А, да, всё-таки горячая стена. Сейчас всё будет. Ой, хорош. Только... Опасно. Ёптыч. Бля, нет, надо было сначала... Мне же потом придется назад возвращаться. Надо сначала вот этих двоих убить. Которые... По соседству. Оп. Вот так вот. Второй есть. Так, теперь надо бы, наверное, с правой стороны пойти. А, нифига, там сразу двое. Лол, а двоих как убить? Они оба на одной платформе. Пока я буду убивать одного, меня убьет другой. Жестко, сука. Сейчас.
Нет, 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 нет. Давай. Вот, пошел. Тут пошел. Теперь пошел. Пошел. Обошел. Отлично. Все. Уровень опасности заключенного очень высокий. Ну еще бы, блять, такое вытворяем. Нас с одного удара все пытаются забайтить, забайтить, а я их по часам. Заключенный освобожден. А это будет какой-то босс, да, с нами сказать? Нас все новое время наебывали. По-любому я тебе говорю. А, наконец-то я на свободе. Рад встрече лицом к лицу, так сказать. А теперь давай заглянем внутрь. А ты еще искусственный интеллект? Возможно, ты почувствуешь себя немного уебищно или что-то там, да? Он меня обманул, да? Ты меня, сука, обманул. Ты на самом деле плохой. Добро пожаловать в кибербездну. Пора тебе починить. Кстати, ты здесь можешь разговаривать. Кто ты? Называй меня архитектором. Окей, бро. Кто я? Ты бегущая тень, которая должна убивать. Номер 74, если быть точным. А, то есть я еще не первый, пока этого достаточно. Твое физическое тело уязвимо. Здесь время течет медленнее, но нам же лучше поторопиться. Я займусь калибровкой своего твоего тела, продолжай двигаться. Окей, значит ты меня будешь... тестировать там на какие-то новые скиллы, возможно. Я помню бой других бегущих в падении. Тебя сбросили Джарма Сити прямиком в нижний район. Выжить после такого падения — необычное везение. Даже для такого, как ты, для бегущей тени. Да, вы были телохранителями, миротворцами, трейскими судьями. Вы становились теми, кто нам требовался. Ты добрался остановить переворот. Не туда надо, да? Тут шифты не работают, тут надо просто бегать. Окей. Окей. Без симуляции, без наших скиллов. Так, тут надо прыгать. Оп. 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 Оп-оп-оп-оп. О, а другие платформы. Там была... Чё? Ее зовут Мара, женщина. Теперь она называет тебя хозяйкой ключей. Себя. 20 лет она была, выступила против меня. Я тебя пытался спасти, я сумел, я погиб. Точнее, мое тело погибло. Но благодаря заранее принятым мерам предосторожности, я все еще здесь. Зачем форма ограничена возможности, да. Ты искусственный интеллект, можно и так сказать. А еще я помню Джарми, можно называть небоскребом. Творчески то и другое будет правильно. Да, его убила какая-то баба, я так понял, да, если я не ошибся в субтитрах. И теперь, как я и сказал, он искусственный интеллект. Окей. Окей, беги, 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 беги. Ну, я понял, что моя видюха не способна выжимать даже эту игру в 4К. Надо, чтобы помощнее было. В чем там? Домом для человечества. Гигантским сооружением, никогда возвешься миллион людей. Я заботился о нем почти все с самого начала момента его создания. Служил людям, оберегал их, сдерживая даром им кровь. Даровал им кровь, правда, но у Мары были свои планы. Она стала единоличной правительницей башни Джарма, Чхарт. Разрушил то, что я построил, вновь поставила нас на грани вымирания. Окей. И у вас конфликт, и она будет главным боссом, да, я так понимаю, да? О, джампик. Красиво. А, типа, в таких симуляциях ты меня чему-нибудь новому научишь? Или просто с каждой миссией у меня будут автоматом новые скиллы? Без всяких симуляций. О. Я что-то сломал. И здесь пути нет. Это, видимо... надо вернуться. Надо вернуться, а потом там это... Блин, ну... Меч выглядит красиво. С белым гораздо лучше. Можно еще фиолетовый поставить. Как для интереса. Так просто. Или как? Я уже забыл, как я стоял. Игровой процесс. Сука, я забыл, как я стоял. Ну ладно, побегу с белым. Побегу с белым пока что. Тут.
Музыка, кстати, музыка. Вот это вот ретро вейв. Я вообще такое обожаю. Почему это место такое странное? Оно абсолютно нормальное. Ты просто не привык. Просто ты стал с ним несовместим. Ты тебя ремонтировали дилетанты, тебе твое тело не такое, как нужно. Ты утратил многие способности бегущих теней. Но мы это исправим. Кто меня ремонтировал? Вероятно, члены восхождения. Группа повстанцев, имеющих противостоять Маре. Где они? Боюсь, они погибли. Их убили еще до того, как тебе удалось установить связь с тобой. Но сейчас не время о них переживать. Двигайся дальше, чтобы здесь мы почти закончили. Окей. Иначе меня отремонтировала какая-то группа сопротивления, которая должна быть за этого чела в теории. И мы должны убить эту Мари, эту бабу, которая там постоянно говорила что-то через радиоприемник и пыталась нас убить. Окей. Я вас понял. Так, ой, да, чуть не просрал моментик. Момент чуть не просрал был бы. Не очень. Так, блин, мечом еще умудряется что-то жонглировать. Красиво, красиво, давай. Кстати, не обязательно эту хрень бить. Ее вот можно. И просто к ней подойти, она бы сама бы сломалась. И я упал. А где я заспамился? А, нормально заспамился. Заспомнился нормально. И все заебато. Как ей удалось тебя ударить? Она ударила меня в спину, да, убить. Она с обоих, и тебя, и меня. И кем она была? Была добрым другом, надежным партнером, блестящим ученым. Но тебе должно интересовать, кем она стала теперь. И ответ на этот вопрос тебе не понравится. Вопрос, как и по-любому, из жителей башни Чхармы. Окей. Нам надо ее убить, я уже это понял. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но я почему-то не разбился. Такого. Как-то странно, они без платформы. Мне нужно больше ответов, ты их получишь. Потом. А пока, поверь, хозяйка ключей, тиран и твой враг. Ну, если ты меня не наебываешь, а то как обычно бывает. Нас какой-то незнакомый чел наебывает. И мы действуем по его дудке, потом убиваем эту тянку. На самом деле она была хороша. А он плох, и он финальный босс такой. Оп-оп. Топ поворотов, блин, сюжета. Выиграв, блядь. Неожиданных. Надеюсь, тут не так. Что я должен сделать? Убить Мару, конечно. Чтобы это сделать, тебе придется заново научиться нескольким вещам. Ну давай, давай, не тяни, повысить свою эффективность. Но сначала прыгай. Пора возвращаться, и это самый быстрый способ. Так ты меня все-таки чему-то научишь? А, я спускаюсь. Взгляд. Вглубь. 25 смертей. Уже получишь. Когда-нибудь я достигну того уровня. Но, возможно, это уже будет не на ютубе, а за кадром. Когда я буду проходить это без смертей. Получено на улучшение. Модуль. А, вот модуль. Модуль. Панель калибровки подсистем бегущей тени. Это панель калибровки подсистем бегущей тени. Или сокращенно ПКББТ. Здесь можно настраивать навыки и параметры согласно своим потребностям. Оу. Панель брони ПКПК, ряд ячеек, которые можно вставить в модули усиления. А каждый модуль усиления, размещенный на панели, повышает какую-то характеристику или улучшает навык. Конфигурация модуля усиления. Вы можете размещать модули для, на панели в любой конфигурации. Их можно. Местами меня в любой момент. Так что смело экспериментируйте. Но по мере улучшения вашей связи с кибер... Бездны, вы будете получать доступ к новым продвинутым модулям, также будете увеличивать количество ячеек на ПКП. ПКП, так, а ну что за модули такие? Контуры противников очерчены для лучшей видимости. Ну это, кстати, полезно. Это полезно, я бы сказал. Так, это что? Снаряды отражения отраженным мечом возвращаются стрелку, требуется прицеливание. Рывок получает еще один заряд. Кстати, это хорошо. А это что? Предметы, которые можно собрать, отображаются на радаре. Рывок. Ну, рывок, вот это мне бы... А, нет, не смогу, ты прикинь. Я больше ничего пока что не смогу. Ну, нет, в теории.
Нет, нет, не смогу. Не смогу. Так. Да. А так? Как-нибудь. О. О. Так, ну, тут это 5, а у меня 6. Да, получается только это. Окей, я понял. Так, а сбивание, карта, арсенал что? Нужно с фиолкатаны побегать, ну... Ну так, чисто, так посмотрим. Кодекс, кодекс, все. Так, наша первая остановка — один из немногих уцелевших суперкомпьютеров, а он находится в старой шахтной вышке. С его помощью мы сможем исправить повреждения части твоего кода. Надеюсь, это восстановит некоторые из твоих продвинутых функций. Ты надеешься? Нет, никаких гарантий, что данные остались целы. Но проблемы лучше решать по мере их возникновения. Так, а что, дырка? А, дырки нет, да? Нет, что-то фиол меч мне не особо. Вот белый, как я и сказал, он более выделяемый, он более красивый. Добраться до суперкомпьютера кибербездны. Побегаем с белым. Ох, ох. Блять. Нет, нет. Плохо, плохо, плохо. Как добраться? О, не-не-не, наба... Еще раз. Ничего себе сложности пошли. Ёпта. Вот это, блять. Врагов нет, а сложно, надо быть наготове. Окей. Так, а тут просто бежать? Тут просто... Окей. Просто бежим. Нажимаем постоянно правую кнопку мыши. И пока что ни одного противника. Это странно. Да. Это странно. Надо было зажать shift, но я дурачок. Я дурачок, блядь. Я понял. Так, ну у меня же теперь два рывка. Так что? Охуен. Наша цель гораздо выше, в самом сердце Джарма Сити. Да, я слишком зачитался тебе. At the core of Dharma City, our goal lies far above. At the core of Dharma City. Да, понял, я понял, понял. А значит, нам нужно будет выбраться из нижнего города. Из-за беспорядка, который учинили повстанцы, сделали это будет непросто. О, 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 блять, о. Я как-то еще бегал. Он мне нравился бегать по стене. Так, ладно, хватит умирать. Это как там, как тебе? Густранер. Густранерщик, ты че умираешь? Больше не умирай. Мы, у нас же даже тут противников нету. Ты уже привык умирать так часто. Сука. Завязывай с этим, блядь. Последняя стена. Ты че со мной творишь? Ты че со мной творишь, животное? Там снизу, кстати, какой-то вроде как еще проход был или. Это байт, наверное, был. Наверное, байт. Давай. Без косяков. Блять. Сука, еще чуть-чуть и был бы косяк. Так, тут. Понял. 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 Все делаем красиво. И тут unlock it. Ты сможешь мне помочь? К сожалению, в бою я бесполезен. Уцелевшие клочки кибербездны — единственная среда, в которой я могу взаимодействовать. Как только мы найдем суперкомпьютер, я могу улучшить твое тело. А в основном ты считаешь меня голосом в голове. Голос, которому надо прислушаться, чтобы уцелеть. Понял. Понял я тебя, братка. А мне надо туда. А как туда попасть? А как туда попасть? Это уже вопрос. Это уже вопрос такой. Ага. А как туда попасть? Блять. Ой, дурачок, дурачок. Неявная стена, все уже. Сбился и нахер упал. Уже, у меня уже, наверное, 60 смертей. Как и в первой миссии, без врагов только. Ох, о, все, 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 нормально. Тихо, нет, ненормально. Ненормально. Так, это нам даже стрелочки ставят для особых чайников. Чтоб прям мы бежали туда.
Бежали туда, туда, туда. Так, а надо прям по шарику бежать. Ой, 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 что творю? А по шарику или нет? Ну по шарику это, мне кажется, было бы слишком жестко. Говорит Зои Авила, группа повстанцев. Если кто-то из вас уцелел, ответьте. Я говорю, что она их погубила. И если, видимо, она уцелела. Я уверен, что ей никто не ответит. Поверь, я постоянно ищу потенциальных помощников. Но от одиноко отчаявшейся мятежницы пользы мало. Ладно. Ладно, бежим, 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 бежим. Чё, прыгаем? Она ищет соратников, но она их не найдет. И я надеюсь, в этом уровне не будет противников. Он будет чисто на скиллуху. Здесь ходят патрули хозяйки ключей. Да-да, возможно, они отыскали суперкомпьютер. Они смогут его использовать? Нет, но они могут его уничтожить. Именно так они поступили с большой частью оборудования кибербездны. Все понял, накаркал. Сразу же все появилось. Не было противников, а теперь они есть. Ладно. Но мы справимся. Мы сделаем все красиво. Сейчас все будет. Да-да-да. Говорит Зои Авила из восхождения. Кто-нибудь меня слышит? Кто-нибудь, everybody. Говорит бегущая тень. Бегущая тень, Джек? Ты очнулся? Yes. Да. Но как? Мы остановили тебя несколько, пробовали все, что вы так сумели провести тебя в сознание. Это от меня не зависело. Да, теперь он ее будет наебывать. Теперь он ее будет наебывать. О, кстати, я так сейчас легко обходил, может быть, то, что он какой-то... А, он, я понял, почему так легко обходил, потому что... Но там хрень, надо ее сломать было. И теперь он в норме. Нифига, какие вы хитрые пошли. О, ебать, да вы чё, охренели там совсем? Вы чё, кончены? Вы теперь поставили какие-то модули, а? Да. Не, ну атакуете вы по-прежнему медленно, если вы под модулями. Хорошо. А мне прямо, да, надо? Надо прямо как-то. А как прямо-то? Как прямо-то? Я же не долечу. Я же не... Или долетел бы. А, ну вот, вот, я и говорю, я бы не долетел еще. Игра меня пыталась наебать и наебала, кстати. Кстати, она меня наебала, так. Вот. Вот. Я не понимаю, кстати, рывок я делаю правильно или нет? Какой-то он немножко как будто приторможенный. Блять, слишком надо было... Отлично. А теперь бы как-нибудь наверх. А, понял. Понял, Гэтэуэй. Отлично, все. Ай, блядь. На волоске. И знаешь, самое интересное, я знал, что надо. Я прям чувствовал, что надо было нажать. Самый последний момент. Ой, чё творю, чё творю. Ёбаный, бро, чё я сейчас исполнял? Как он меня не убил, лох ебаный? Как ты меня не убил, вопрос. Ой, хорош. Ой, хорош. Ну, они изичны были. Если бы ты был с нами, все могло бы сложиться иначе. У нас был бы шанс. Что ты собираешься делать? Ключи почувствовать пятый сектор? Ключи? А, стражи хозяйки ключей. Бандиты-головорезы, из которых Мара повооружила, настроить в нас. Я намерен покончить с ним. С хозяйкой ключей? В одиночку? Это же безумие. Если кто на это способен, то только ты. Ну еще бы. Значит, это не безумие. Для меня это не безумие. Для меня это, знаешь, обычный повседневный выход в мир, так скажем, в мою работу. А чё я перестроил? Я туда что-то перестроил или нет? Я запутался. Я запутался немножко. Немножко запутались. Так, ну ладно, давай
сюда, что ли? Я не понимаю. Мне туда надо или как? Нет, я оттуда пришел. Я пришел оттуда. Мне, значит, надо как-то... Да, налево надо. Ой-ой-ой. Ну, это было лишнее, конечно. Нет, не надо было. Так, давай еще раз. Еще раз сделаем. Оп. Ух, мне забатила эта хрень. Так, чё кого тут? Ёпта, чё так сразу? Fuck you. О. Так, первый есть. Слишком быстро, слишком, блядь, было быстро, неожиданно. Сука, я запутался опять. Я порой тут путаюсь, я забываю, куда мне идти. Да, надо наверх смотреть. Надо всегда стараться смотреть наверх. Отлично. Блять, вот прям на взял и на урон пошел. Как так можно? О, нет, тут я проебался. Раз. Ой, нет. Слишком я жонглирую. Вот. Тихо. Дебил, ну так язычно было, тип. Боже, нахуй. Так было. Изично, я бы мог его... Сколько у меня таких микромоментов было? Ой, чё творит? Ты посмотри, чё творит. Вау. Ух, хорош. Суки, тебе понадобится проводник, который будет предупреждать тебя об опасности. Что скажешь, примешь мою помощь? Yes. Да, детка. Хорошо. Мне нужно обеспечивать более безопасное место для тебя. Я слышу с тобой, как только разбуду, тогда конец связим. Окей. Давай, помогай. Добраться до суперкомпьютера Кибербез. А что я активировал? Тут лестница вниз есть какая-то. Но я не думаю, что это моя лестница. Я забрался и без лестницы. Так, ну стрелка показывает направо. Нет, это байт был. Это был байт, потому что я пришел оттуда. Может, мне надо теперь в эту дырку? Наверное, в нее и надо, да. Так, окей, да, автосохранение, значочек слева. Ну, я пойду-ка здесь. Пойдем здесь. Так, я уже вижу три точки. Я теперь буду смотреть на карту, потому что... Не надо вот. Я до этого не смотрел на карту, поэтому для меня они были неожиданностью. Get ready! Оу. Оп. Так, снизу двое. Fuck you. Да ёб твою, вы чё, блядь, засранца? Как вы меня всегда умудряетесь убить, когда не должны убить? Да, всё, начал тупить, всё, началось моё родное, моё любимое. Блядь, ну да, ну это уже всё, ну вот на этих-то лохах двух сливаться, когда тут перегородка, ну... Это просто, блядь, фейл нахуй. Давай. Все. Да. Конечно же не попаду. Ебучий шарик, ёб твою. Так, надо лучше по стенке. Че я стенкой-то не пользовался, непонятно. Ой-ой-ой. Один остался, да? Ой, хорош.
Тебе действительно нужно что-то потерпевшее неудачу мятежницы, при том, что я тебе уже помогу. Они меня починили. Не лучшим образом. Я ждал, пока оно как следует восстановит тебя. Но Мара не дала им такой возможности. Да, я как-то по-ебански прочитал. Почему ты не связался с ними? С восхождением? Зачем мне это было? У бедолаг не было ни единого шанса противостоять Маре. Единственное, чем они могли бы мне помочь, это отремонтировать себя, но они и сами этим занимались. Было бы прикольно, если бы я мог ходить с этим челиком, и мы бы с ним пытались бы выжить. Это было бы красиво, блять, я не туда пошел, да. Сейчас бежим. Было прикольно, да, вот ты такой бегаешь, а расчищаешь вместе с ним. Вместе с ним, блин. Просто была бы одна команда, сука. Давай, 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 давай. Что там, спускаем? Две новых платформы, чтобы добраться. Блять, чтобы уебаться. Давай еще раз. Еще раз. Еще раз сейчас сделаем. Ух, что исполняем. Так, это не нажимается, да? А как дальше? А как дальше? Направо, что ли? А как реально? А, понял, або просто чуть крутануться. Крутануться надо было. Такой, оп, все. Наверх, а как наверх? Наверх, наверх, наверх. Вот так вот. Тук. Оп. Оп-оп-оп. Ага, тут ебашит молния. Появились новые какие-то у нас сложности. Уже так просто не побегаешь. Уже надо немножко жонглировать с временем. Суперкомпьютер, который мы пытаемся подтаскать, использовать для управления всеми процессами этого ядра. Так называемое место, где находимся, чтобы тебе... Да. Сабы, люблю сабы. Они приближаются с северной. Да. Ты мог бы это. Да. Кибербездна была разбита на бесчисленные разнесенные осколки. Кибераны напоминают оставшиеся на месте высохшее озеро. Так, ну. А тут как? А, тут опять стена, да. А молния отсюда начинает ебашить. Это плохо. Так, вот а возьмет и спину ударит. А здесь, блин, еще выше. Сука. Как высоко-то под... А, там еще стена какая-то лазерная подошла. Оп, ну мы ее и на изи обошли. Тут еще выше надо. Вот, еще выше, сука. Что так высоко-то? Вон, в мусорный... А, нет, не мусорный контейнер показалось. Оп. Оп, хорош. Блять. Надо было. Ой, я успел притянуться и оттянуться. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вот только не понял, они стали медленнее из-за моей обилки? Или нет? Они реально стали медленнее, даже без той херни. Или я просто стал скиллове. Тоже как вариант. Может, yes. Да, вот так вот, прыгай. Куда? А, сюда? Прямо механизм какой-то. Ладно. Красиво. О, опять это место. Благодаря этому месту ты можешь учиться эффективнее сражаться. Что нужно делать? Способность перемещения кибербездны заложена в твоей голове. В большинстве случаев тебе достаточно сосредоточиться на поиске верного пути. А как только ты разберешься с этими... Вот это обретешь одну из самых полезных способностей бегущей тени. Погляди на эти повстанцы, сделали с твоим телом. Вот что бывает, когда дилетанты добываются до безупречного оборудования. Да, дотрагиваются. А это, надо как, на эту херовину залезть? Серьезно? Блять, прикольно. Или нет?
А, окей, тут есть рисунок. Это хрень, ага, все, все, мы поняли, поняли. Включаем голову. Дальше, дальше, дальше. А-а-а. Он не сможет, это надо перегородку поставить, все понял. Он не сможет, потому что перегородка должна быть. Так, вот этот был в качестве перегородки, я помню. Теперь вот это. Сейчас. Все, и final, давай. Все. Все. Красота. Ты уже... Наконец-то. Превосходно. И в дырку, да, надо? Нет. А что надо? Не в дырку? Excellent. Но excellent надо в дырку, вы что? А, надо просто, типа, по уровню спускаться. А почему я разбился? Там же расстояние-то мизерное, вы чё? Вы чего? Скачок. Иногда нужно одновременно сократить дистанцию и атаковать. Давай я создам для тебя цель. Сконструюсь, представь себя в пространстве. Двигайся. Порази все цели одним ударом. А как? Чё за кнопка? Нажмите, но это Shift, наверное, чтобы войти в режим прицеливания. А как? Я не понимаю. Нажмите Shift это или чё? Чтобы в режим прицеливания во время скачка. Войти в режим прицеливания во время скачка. Нет. Нет, это не цель. Все в этом сразу. Чё? А как? Как? Чё это за кнопка? Вау, как ты смотришь. Блин, а... Идеальная техника. Q, что ли? А, Q. Окей. Еще раз, сделай вдох и представь себе цель и двигайся. Затем двигайся. Нет. Понял, надо... Да, надо восполнить. Да, у тебя получилось. Нихуя себе, враги не будут вставать. Так, а тебе удобно представить все под их движение. О. О, хорошо, все, меньше разговоров, я понял. Надо действовать быстро. Это само полагается. Благодаря этому времени ты можешь даже прорубаться через летящие в тебя снаряды. Попробуй. Ой, не так. А, очень удобно, не правда ли? Ну да, очень кайфово прям. Дай мне свой меч. Нет, не даст. Не даст он мне свой меч, так, и все, закончусь, я надеюсь, закончусь, может, серию надо заканчивать, все. Получено достижение, избавься от оцелевших, и мы двинемся дальше. Я бы мог бы уйти. Нет, мы потратили столько сил, чтобы подключить этот узел к сети. Поэтому, находясь на наклонной поверхности, если уничтожат мы пострадаем. Позволь тебе объяснить. Ты можешь что-то без меня. А ты не можешь что-то без меня, да, что-то я пропустил. Ладно. Ладно, файн. Ооо, печалька, блин, сколько их тут, конечно. О, ну я мог бы их двоих убить в теории, ну да ладно. Мог бы одновременно и убить двоих. О. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ай. Как так могло случиться? Все шло. Так идеально, сука. От. Гуд. Второго убили. Блять, сейчас. Ай! Еще бы чуть-чуть была бы печалька для меня. Так. Ой, хорош! Это всего лишь бандиты, верные хозяйки ключей. Они используют их, чтобы контролировать низ. Чем выше мы будем подниматься, тем опаснее будут твои противники. Я понял уже.
Бодренько, конечно, бодренько. Мне это нравится. Ай, блядь, ты чего? А, еще там. Вон, еще появились. Ну, блин, это слишком много. Серия уже должна заканчиваться. Я не рассчитывал, что я буду так долго играть. Просто не рассчитывал. Мы уже на час вышли. Пиздец. Я хотел миссии две выполнить. Или третья это уже. Я уже запутался. Ай-яй-яй. Они, кстати, какие-то белые. Возможно, они действуют быстрее. Либо умеют стрелять спиной. Что тоже... Ой, блин. Да. Ай, да. Смертей до хера, да хера. Ни о чемских смертей, просто до херища. Так, оп. Get ready. Ой. Блядь, да как так? Надо ёшку прожимать. Или кьюшку, чё я там нажимал? Один. Ну один, это же, блядь, не сложно. Мора убила сотню бегущих теней. 99, если дай быть точным. И что с того? Но как я буду сражаться с ней в одиночку? Техники восхождения заменили твои детали, но ни в коем не... Но кое-что ему найти не удалось, в том числе деактиватор Мары. А зачем она не сможет тебя снова отключить? Разумеется, это не сделает ее простым противником. По крайней мере, бой будет сложным. Ой, блядь. В теории я бы мог, наверное, их не убивать. Раз тут есть, можно было, наверное, открыть проход заранее. Ой, бля, и чё? Там ещё кто-то, что ли? Бля, да вы чё ровлите? Там ещё кто-то, что ли? Да вы пиздец. Это пиздец. Сейчас, если у меня не будет получаться, я остановлюсь, если у меня сейчас, ну, не получится. Конечно, будем надеяться на лучшее, но, блядь, что-то их слишком, да хера, их слишком. Здесь, да хера. Я еще ни одного не убил, потому что я тупо запутался. Я, блядь, тупо запутался. Ну ладно, одного убил. Допустим, ладно, окей. Окей. Так, тут надо размеренно действовать. У нас такая тут фича пошла. Размеренная, непонятно как. Блять. Ну, не, это ГГ уже, скорее всего. Я сейчас упаду просто и все. Как это тихо, блядь. Ну, этот не могу. А что? Я не видел другой источник питания. Основная ошибка в чем? Я не вижу другой источник питания и, блядь, уже, ну, серия будет идти так 2 часа, нахер надо, я это заканчиваю. Надеюсь, вам понравилась данная игра. Если так, то комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях. Сомневаюсь, что я буду проходить дальше, но я и пройду, но за кадром, потому что она требует максимальной концентрации, она требует от тебя терпения. Сил, нервов, пиздец, что, вот час засунули? Я просто не видел, что мне надо убить перед этим, чтобы потом убить это. И тут уже просто едет крыша, это, на это надо потратить очень много попыток. Лично мне игра понравилась, вот, но она больше для такого медитативного, для медитативной игры, когда ты играешь наедине с собой. Мало того, что я сам отвлекаюсь, так меня еще и субтитры отвлекают. Это вдвойне получается сложно. Вот. Такая вот вышла игра. Всем пока.